пошла аллея, как бы, где Вторая мировая война. И вместо информации вы хотите сделать... Ну, отсюда начинается. Ну, здесь памятник Второй мировой войны. Ну, памятник надо только хороший делать. Да. Ну, это потом бронепоезд, потом база бронепоездов, и там танки вдоль всей платформы. То есть все приезжают и уезжают, и видят эту экспозицию. И на стене Тула — город-герой. А у нас будет бронепоезд где будет стоять? Вот здесь? Нет, вот так, с той стороны. Вот линия идет, это зеленая аллея. С левой стороны, да? Нет, именно по этой аллее. А, прям по ней? Да. А мы вместо нее что ли будет? Да. Уважаемые пассажиры, в соответствии со статьей 20 Федерального закона о железнодорожном транспорте в Российской Федерации, на вокзале проводится... Это не экспресс, да? Нет. Экспресс у нас прибывает... В 6 вечера или 8? 8 нет, 8. 8. 20:30 сейчас. 8 вечера. Да. Еще у нас а ласточка пошла? Да, во сколько у нас ласточка проходит? У нас 9:54 и... Утро. Да, в 9:54 утра. И... Это на Москву идет она, да? Да, на Москву и в 19:40. И 19:40 из Москвы? Нет, еще второй рейс. Да, 19:40, да. А из Москвы? А из Москвы она у нас полчаса 11 утра и в 20 вечера. Мало, а вагонов сколько, Александр Федорович? 9 вагонов. Каждый? И да, там, и там, да, и там, да. Да, ну на 9:54 она не всегда бывает полная, а вот которая на 19:40, 100% населенность. Мы открывали и Весногорске станцию, железнодорожную станцию, то мы обсудили, в том числе есть программа «Города-герои», и Тула как город-герой у нас тоже попадает в эту программу. У нас есть план мероприятий, который мы хотели бы в рамках подготовки к 70-летию Победы выполнить. Соответственно, это установка двух памятников. Памятник воинам Первой мировой войны, памятник, посвященный освободителям Второй мировой войны, Великой Отечественной. Плюс, соответственно, здесь будет планируется размещение экспозиции. Ну и мы хотели бы, конечно, привести вокзал в порядок. Вот, привести в порядок вокзал, куда приходят у нас пригородные электрички. И посмотреть, что нужно еще сделать здесь по благоустройству. Поэтому сегодня обсудим Московской железной дороги. Предложение наше отдадим, а дальше посмотрим, что будем делать. В целом-то неплохо сделали. Нет, хорошо. Нам нравится, как сделали. А асфальт хорошо положили? Отлично. Нормально, отлично, да? Нормально. Спасибо. А вход к подъезду тоже нормально? Три подъезда в этом году уже сделали. Три, да? Три подъезда. А кто принимал участие вот в приемке? Кто-то из вас принимал участие в приемке работы? Ну, мы, если кто не нравилось, говорили. Старший, вот они, да, я лично. Старший по подъезду. Дело нам Зюба. И мы благодарному не знаю, да, прям земли. Понятно. За 45 лет первый спасибо раз сделали вам ремонт. Спасибо. Вот в нашем 8-м доме. Да. Даша Утаплин, спасибо да всем. Скажи, кто из людей у нас принимал участие в приемке работы? Когда ремонтируется подъезд, старший... Старший по дому. Старшая по дому, вот Лидия Петровна. Старшая по дому, все принимали. Жители ходили, смотрели. Лидия Петровна, а что тогда все... такие плохие дорожки-то приняли? А где плохие? Ну вот мне не нравится дорожка. А я где? В 4-м доме? Нет, вот эту дорожку. Центральную. Я по 6-му дому. Нет, дорожка, Лидия Петровна, дорожка. Вот дорожку, которую из плиточки, да, из тротуарной плиточки ты сделала. Она надо поаккуратнее делать. Ну как, она мне понравилась, очень хорошо. Ну, деньги же бюджетные, где? Мы не сдали. У меня просьба такая, вот смотрите, бюджет же у нас скудный, пусть не богатый. Поэтому те деньги, которые выделяются, вы принимайте участие в приемке работ, чтобы хорошо делали. А мы платили еще деньги. Ну да, вы еще 15% да, собирали. Да. Ну это собирали, да. Ну одни из первых все собрали. Ну молодцы. А мы-то не залезем, конечно, кто может. Ну, поэтому вы обязательно смотрите, чтобы приемка была хорошая. А вот еще эти трубы, как они называются?